Вместе всегда нам по пути. Лучше компании не найти. Знаешь, и ты, знаю и я. В жизни важнее всего семья. Это моя семья. Строгая нянька. Вот Сони. Гена, ты уже встал? Я еще не ложился, малыш. Всю ночь универсального робота-няньку мастерил. Для конкурса. Няньку? А можно мне с ней поиграть? Да-да, хорошо. Заодно испытаешь ее на деле. Бери, только она очень строгая. Робот-нянька к работе готова. Привет, я малыш. Объект для контроля определен. Привет, малыш. Ура! Как здорово! Будем вместе играть во всякие там игры. Пойдем к реке гулять. К реке опасно, к реке опасно. Ладно, ладно, не надо так кричать. Смотри, как я умею. Высоко, опасно, высоко. Ух ты, гриб. Красивый, правда? Гриб нельзя, может быть ядовитый. Опасно. Фрукт незрелый, фрукт нельзя. С тобой очень скучно. Как же тебя выключить? Никак, никак. Насекомое, опасно, насекомое, опасно. Ты вообще все запрещаешь. Я так больше не играю. Быстро бегать нельзя. Гена, выключи его. Быстро бегать опасно. Дерево нельзя. Дерево высоко, опасно. Надо слезть. Бе! Не слезу и не подумаю. Высоко нельзя. На дерево опасно. Ура! Свобода! Ой! Ладно, злыдня, только не хнычь. Пойдем подзарядимся. Понимаешь, я вполне разумный ребенок. И сам не полезу туда, где опасно. А ты все время твердишь, как зануда. Нельзя, не беги, опасно. Ладно, пойдем играть дальше. Вода опасна. Нет, не опасно. Корабль выходит в открытое море. А теперь твой ход. Корабль входит в открытое море. Залезть можно? Залезть можно? Давай, лезь, только осторожно. Ну ничему тебя Генка толком не научил. Малыш! Малыш! Ты где? Что вы так кричите? Малыш под присмотром моей няньки. Она очень строгая. Получилось. Спрыгнуть можно? Прыгать опасно. Не очень-то твоя нянька строгая. И кажется, это малыш ей командует. Но этого не было предусмотрено в программе. Гена, Лиза, дружок, давайте к нам. У нас тут весело. Да, очень весело. Малыш, скажи честно, ты что-то поменял в ее настройках? Нет, Гена, мы просто подружились. Вот и все. Лучше компании не найти. Не найти. Знаешь, и ты, знаю.
Время лени. Не понимаю, зачем скошенную траву надо собирать? Чтобы под ней вредители не заводились. И чтобы газон выглядел идеально. Тоска! Долго нам еще? Дружок, бросай носилки. Гена, от тебя я такого не ожидала. Мы же почти закончили. Простите, сестрички, нам с дружком надо готовиться к отборочному этапу. Ура! А куда? Научный центр набирает команды для изучения природы лени. Завтра будет конкурс. Кто победит, поедет на курорт. Все-все включено. Где надо будет просто лениться в волю. А, Генка, это же моя мечта. Нет, нет, мы с Лизой поедем. Это мы тут суперлентяйки. Ладно, давайте выясним, кто ленивее. Пишем фамилию Барбоскины в историю науки. Лень – наше второе имя. Наш турнир закончится ровно в полночь. Начали! Юнги, вы все там побросали недоделов. А ну собирать траву шагом марш. Дедуля, мы сейчас не можем, прости. Мы готовимся к ответственным соревнованиям. Кто ленивее, что ли? Точно, как ты догадался? Благодаря нам ученые поймут природу лени. Деда, присоединяйся. Ой, нет, лениться слишком трудное занятие. Я уж стар для таких поединков. А чего тут трудного-то? Лежи себе, отдыхай. Ой. Дружок, смахни ее. Вот так смахнешь муху на главных соревнованиях, и все, выбыл. Мне лень, пусть сидит. Нос сильно чешется. Терпи. Малыш, погони муху, пожалуйста. Так нечестно. Какая-то странная у вас игра. Роза, пойдем на лодке кататься. Твой дедушка сказал, что если в спасательных жилетах, то можно. Куда? Ступай, Тимоха, не видишь, мы заняты. Это ты с дружком специально сговорился, чтобы мы проиграли? Ничего я не сговаривался. Дедушка ужинать зовет. А что сегодня на ужин? Ленивые голубцы. Мои любимые. Так иди, ужинай. Это она нарочно, чтобы мы проиграли. Соберись, Генка. Спать буду. Во сне не так голодно. Передай дедушке, мы есть не будем. Нам лень. Уже все тело ноет. Сейчас бы даже посуду помыла бы с удовольствием. А я бы пирожки испекла. Можете сойти с дистанции. Мы с Генкой сильнее. Нет уж, дудки. Дружок, через 5 минут футбол по телеку. А кто играет? Бешеные пинчеры. Батишка, пинчеры же твои любимчики. А вдруг они без твоей поддержки продуют? Дружок. Уходите, Моха. Мы тут с Генкой уже на финишной прямой. Мы самые ленивые. Мы самые ленивые. Мы самые ленивые. Комары заели. Сколько еще терпеть? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Полночь! Ура! С утра траву вам соберу, потом бег трусцой. А мы с Лизой сразу после бадминтона будем с Тимохой на лодке кататься. А кто же тогда на соревнования по лени поедет? Ай! Я отправлю ученым отчет о сегодняшнем эксперименте. Я многое понял о природе лени. И я. Дедушка, как всегда, был прав. Лениться – слишком сложная работа. Точно! Да! Вместе всегда нам по пути. Лучше компании не найти. Не найти. Знаешь и ты, знаю и я. В жизни важнее всего семья. Немного романтики. Ах,
Что такое? Тебя кто-то обидел? Вот, там одна такса много лет ждала свое счастье. И вот однажды приплыл прекрасный пудель на корабле с алыми парусами. Как романтично! Да, я тоже в юности эту книгу читала и тоже плакала. Мама, а как вы с папой познакомились? Это было очень романтично, да? На самом деле, все было просто. Вот так мы и познакомились. Никакой романтики. Бедная мама! Что случилось? Я только что узнала. У нее в жизни не было романтики. А что, без этого никак не обойтись? Тебе, может быть, и можно. А вот женщине... В общем, надо что-то делать. Что же мы можем сделать? Есть идея! Может, приколотим? Это недостаточно прочное. Это недостаточно красное. Роза, с мачтой ничего не получилось. С парусом тоже. А так хотелось сделать маме сюрприз. Эврика! Чем не парус? Молодец! Техническая сторона вопроса решена. Осталось подготовить папу. А вы уверены, что это хорошая затея? Суперская! Представляешь, как маме будет приятно. Она ни о чем не догадывается. И тут ты такой, как принц. Здесь так красиво, правда? Пойдем в лесу лучше погуляем. Нет, давай еще здесь побудем. Папа, по моим расчетам, река через 17 секунд сама вынесет тебя на нужное место. Только не забудь принять героическую позу. Постараюсь. Все идет по плану. Надеюсь, он справится. А мы пока добавим спецэффектов. Ты что-то затеяла, признавайся. Сейчас, мамочка. Вот! Как романтично! Ой. Что это с ним? Какой ужас! Спокойно, без паники. Держи! Ой! Мам, прости, мы хотели как лучше. Думали, ты страдаешь без этой, как ее, без романтики. Спасибо, мои хорошие. Не знаю, как насчет романтики, но этот день мне запомнится надолго, это точно. Идемте ужинать. Дорогая, позволь мне выразить свое восхищение, сказать, что я тебя очень, очень люблю. Вот это я понимаю. Совсем как прекрасный принц. Спасибо, ты у меня такой романтик. Вместе всегда нам по пути. Лучшей компании не найти. Не найти. Знаешь, и ты, знаю и я. В жизни важнее всего семья. Это моя семья. Эксперимент. Thank you.
давай за мороженым сходим. Жарко, не донесем, сразу растает. А хочешь, домашнее мороженое сделаем? Из обычного молока? Так мороженое из молока и делают. Правда? Конечно, будет очень вкусно. Ой, Гена, а зачем тебе столько молока? Представляете, великий изобретатель и ученый Овчаркин возьмет к себе в лабораторию всего одного ученика. Того, кто сможет за 2 часа получить из жидкости тонкодисперсный порошок. Сухое молоко, то есть? Можно и так сказать. Гена, можно мы возьмем у тебя немножко молока, чтобы мороженое сделать? Немножко можно. Так, нужен удлинитель. Да у нас отличная погода. Я полдня сегодня провела на солнце. Солнце сушит кожу? И что же делать? Молоко? Ага, спасибо. Роза, поставь молоко на место. Мне для дела надо. Ой, прости, я чуть-чуть. Для питания кожи надо обогатить рацион витаминами Б. Витамины группы Б. Точно, подруга так и сказала. А где самая большая кастрюля? Я на кухне так и не нашел. В кладовке на верхней полке. Воза, оцени. Какое фото лучше всего взять для блога о красивом отдыхе? Что-то все не очень. Лучше на шезлонге с каким-нибудь красивым коктейлем в руках. Мало пены. Лиза, да что же это такое? Отдай мое молоко. Ты что, жадина? Я ученый. В молоке моченый. Нет, пока не шедеврально. Дружок, ты знал, что молоко отлично восстанавливает после нагрузок? В нем много какой-то там резины. Казеина, а не резины. Белок такой. А ты сейчас выпил мой шанс стать учеником Овчаркина. Ой, братишка, прости. Допивай уже, представитель семейства млекопитающих. Все равно в магазин бежать за вторым шансом. А когда наше мороженое замерзнет? Часа через 2, не раньше. Сколько всякой вкуснятины! Вот теперь шедеврально! А откуда взялась эта корзина? Гена принес, он в магазин ходил. А где он сам-то? Что это? Он в сарае! Все в порядке? Вы что, уже все съели? Нет, мы пришли сказать спасибо. Очень вкусно. Очень. А что это у тебя? Сухое молоко. У меня получилось. Я уложился в 2 часа. Ого, вот оно какое. Из этого эксперимента я сделал важный научный вывод. Пока вас не отвлечешь чем-нибудь вкусным, к работе лучше не приступать. Минуточку. Геннадий Барбоскин. Здравствуйте, это я. Вы приняты в мою лабораторию. Ура! Ура! Не мужское дело. А
дедушка нам список дел передал. А где сам дедушка? Он на почту ушел. Ладно, что там за дела? Пункт первый. Подмести во дворе. Ну нет, подметать я не буду. Вот вы с Розой и подметайте. Чего это сразу мы? Не мужское это дело. А какие тогда мужские дела, дружок? Такие, где нужна сила, ловкость, мужество. Ой! Ловкость. И чего там у тебя еще? Решительность. Ну и где нужно преодолевать опасность. А завидовать вредно для здоровья. Хорошо, дружок. Теперь все женские дела будем делать мы с Лизой. Но только если ты обещаешь делать все мужские. Идиот. Пойду в футбол поиграю. А как же список? Ты же обещал. Да гвоздь мне в кеды. Обещал. Слово держать – это по-мужски. Что там у нас дальше? Прополоть грядки. Девчонки, нам надо грядки прополоть. Нам? Ты хотел сказать тебе? Как это мне? Ну, дружок, чтобы грядки прополоть, столько силы нужно. Это определенно мужское дело. А мы с Зайкой в дворников поиграем. Гена, помогай. Они на меня хотят всю работу повесить. Не могу, дружок. У меня научный проект. К тому же это именно ты выдвинул свою сомнительную теорию про мужские и женские дела. Ладно. Последнее дело осталось. Собрать малину. Ну, с этим вы точно справитесь. Малина не тяжелая. Двужок, ты что? Там же такие колючки в кустах. Это опасно. Боюсь, это тоже мужская работа. Ну все, хватит. Прекращайте эту комедию. Прекратим, если ты признаешь, что нет никаких мужских и женских дел. Нет, не могу я против принципа. Вот преступников ловить, например, мужское дело. А как же знаменитая сыщица мисс Пудель? Космонавтика. Первая женщина-космонавт Маргарита Собакова. Автоспорт. Ага, нечего ответить. Автоспорт не женское дело. Видите, я прав. Нет, и мы тебе это докажем. Вызываем тебя на автодуэль. Вызов принят. Если победите, я признаю, что был неправ. Генка, давай из этой штуки гоночный автомобиль сделаем. Сделать-то можно. Нет гарантии, что он не сломается по дороге. Но если ты готов рискнуть... Это же газонокосилка дедушки. Теперь это гоночный болид дружка. Готовы? На старт! Внимание! Да, если не хитрить и не лениться, и помогать друг другу, тогда и не придется делить работу на легкую и тяжелую, на мужскую и женскую. Видишь, братья и сестры вместе ухаживают за тобой и не спорят, кому что делать. Но когда мы тебя вылечим, газонокосилку чинить будешь ты. Да, дружок, тут Лиза права. Но не переживай, мы с Геной тебе поможем. Вместе работать всегда веселей. Здорово! И я помогать буду. Прекрасная дама и рыцарь. Ах, рыцарь, мой герой! Какие нравы, какие чувства! Ах, оказаться бы в той эпохе! Пас! Удар! И...
извини. С кем приходится иметь дело? Да ладно, не дуйся. Он же не нарочно. Нарочно, оп, не нарочно. Оп, оп. А настоящие рыцари перевелись. Вот так. Ну вот, обиделась. Не будет мне прощения. Да не переживай ты так. Что она там про рыцаря говорила, а? Привет от рыцаря, прекрасной даме. Ой-ой-ой. Тяжесть тяжести, задача рыцаря, но не дамы. Это мои грибы. А мы из них пир закатим по старинным рыцарским рецептам. Лапки оближешь. Правда, друг мой рыцарь? Правда, правда. Как рыцарь рыцарю говорю. Пир? Ага. Отведайте кушанье, наипрекраснейшая дева. А где тарелка, вилка и нож? Так это ж рыцарский пир, а не ресторан тебе. Подайте салфетку, лучше влажную. Разве не видите, тут сок? Какие салфетки у рыцарей? Вы, мадам, еще дезинфицирующее мыло попросите. Напиток для прекрасной гостьи. Ой, как необычно. Ой. Прогулка. Позвольте сопровождать вас на прогулке. Цветок моей души. Цветок души моей. Пожалуй. Ну, давай, пой. Что пой? Что-что? Рыцарские баллады, конечно. Баллады? Сейчас, сейчас. Вот. Роза мечтала о рыцаре славном. А что же ей в рыцарях кажется главным? Какой ужас! Доспехи, оружие, ох, лучше бы ты не пел, Тимоха. Каким должен быть любимый герой? Спасибо большое! Спасибо, спасибо! Достаточно! Так это же еще не все! Вот, послушай! Я рыцарь не глупый, смелый, смотри! Я Розе готов подарить все цветы! Такого героя влюбиться хотят, в ком храброе сердце и ласковый взгляд. Хватит петь! Ты все испортил! Скорее вызывай меня на бой, пока твоя дама сердца не сбежала. А? О, наипрекраснейшая! Я вызываю этого рыцаря на поединок! Ага. И пусть победит сильнейший за прекрасную даму в бой! Не бойся, сильно бить не буду. Тимоха! Ты жив? Сильно ушибся? Ничего не сломано? Покажи, где болит? Я настоящий рыцарь. Все ради дамы сердца. Рыцарь, рыцарь! Настоящий! Чаю хочешь? Очень хочу! Я же говорил, что простит! Теперь рыцарю предстоял дальний поход. И там его ждали новые испытания. Новые испытания? Точно! Мы же еще в поход не ходили! Ой, да надоели уже эти рыцари! Турниры, походы, охота! Вот и все развлечения! Давайте лучше кино посмотрим. Цивилизованно. Ага. Большие выходные. Нет, нет. И еще раз нет. На этих выходных мы домой не поедем. Мы недавно приехали, а вы уже назад проситесь. Пап, ну пойми, здесь же скучно. Телевизора нет, телефон не ловит. И вместо музыки вопли петуха. Папочка, поехали обратно. А мне нравится на природе. Свежий воздух и аромат цветов. Что может быть лучше? К тому же, хорошего урожая в городе не вырастешь, а здесь просто благодать для моих посевов. И столько всего пофотографировать можно. Ну вот, трое из пяти. Похоже, помимо вас больше никто не торопится обратно в город. А что,
если кто-то из наших природолюбов вдруг передумает, тогда поедем? Ну, в таком случае вы меня убедите. Слушай, объясни-ка еще раз, зачем мы здесь копаемся? А затем, что мы хотим в город, и Оза нам в этом поможет. Цветы она любит, но не так, как свой гардероб. Как только Оза шлепнется в одну из наших грязевых мин, то мигом испачкает все впечатление от жизни на природе и попросится в город. Так, не расслабляемся, времени мало, а ямы еще ого-го. Идеально! Точь в точь, как настоящий газон! Ага! А сами-то как выбираться будем? Тоже мне проблема. Очень смешно! Теперь будь добр, помоги отмыться! Эй, так нечестно! Вы что здесь устроили? Чуть не погубили мои хризантемы! Вон из сада! Ищите другое место для игр! Что-то мы разыгрались. Будем придерживаться плана. Отлично! Наша маленькая армия членистоногих посеет настоящую панику в Генином полунике. Представляю, как он с ужасом выбежит на улицу и будет умолять папу вернуться в голод. Лови ее! Лови! Наш улов! Ну, ты мне за это ответишь! Поймала! А кого, если не секрет? Не может быть! Это же дозорщик! Императорский! Один из самых редких видов стрекоз! Да вы просто чудо-исследователи! Ой, да ладно тебе, не стоит. Еще как стоит. Такое сокровище изловили. Теперь целую популяцию разведу. Заповедник открою. Медведь, малыш, огромный и жадный кровожадный. Медведь. Беги, малыш, и не оглядывайся! Испугался наш младшенький. Теперь точно домой попросится. Не смей трогать Лизу, противный медведь! Нет, нет, малыш! Дружок, а я думала, что спас Лизу от дикого зверя. Тоже мне подвиг. Малыш, ну, конечно, ты меня спас. А теперь спасай двушка, а я буду медведем. Хорошие новости. Мне срочно нужно ехать в город. Могу взять вас с собой. Поедете? Может, чуть попозже? Мы еще немного поиграем на природе. Да, здесь гораздо веселее. Соперница. Я как только ее увидел, у меня аж сердце подскочило. Да, она супер, понимаю тебя. Все парни мечтали бы о такой. Не могу теперь ни есть, ни спать, только о ней думаю. Понимаешь, ничего все, что было себе. Раньше, не то. У Тимохи новая симпатия. Надо бы Оску предупредить. Что? Прямо так и сказал? Ну, вообще! А что ты хотела? Ты как с ним обходилась? Он тебе портфель носил, цветы дарил, в кино приглашал, а ты — ноль внимания! Спокойно, Оза. Мы это просто так не оставим. Он еще будет локти кусать. Есть у меня один план. Нужно выведать побольше об этой Фифе и превзойти ее по всем показателям. Доверься мне. Привет, Тимоха, как дела? Говорят, у тебя новое увлечение, не расскажешь? Лиз, только ты Розе не говори про это, ладно?
Это вообще-то секрет. Да понятно, понятно. Мне просто интересно, что уж в ней такого особенного? Ну, она такая яркая, эффектная. Видна издалека. Давно пора было сменить имидж романтичной принцессы. Пойдем, сделаем из тебя эталон красоты. Ну вот, другое дело. На вид хоть и хрупкая, но крепкая, как сталь. Легко берет любой вес. Ну, само собой, спортивная. Для меня это важно. Ну все, хватит! Я уж как-нибудь своими методами, по старинке. Привет, Тимоха, заходи. Привет, дружок. Я вот пришел тут. Как дела, Тимоша? Классно выглядишь. Ты ко мне? Спасибо, Рос. Ну, не совсем. Пришел? Проходи. Сейчас решим твои уроки. Да, вот молодец. Ради своей мечты готов даже учебу подтянуть. Спасибо, Гена. Да не за что. Пока. Тим, знаешь, я тут подумала. Может, пойдем сейчас погуляем? Сейчас никак не могу. Мне надо кое-куда съездить. Сегодня вечером приходи на площадку. Это будет сюрприз. И прежде всего для тебя. Да уж, отличный сюрприз. Большое спасибо. Тимоха всех во двор зовет. Идете? Никогда, никогда я не унижусь до знакомства с этой кикиморой. Хм, ну ладно. Правильно, Лоска, голодой надо быть. Ну, показывай. Ага, собрались уже. Супер! Ух ты, какая красивая. Ну, как она? Нет, ничего мне не говори. Тимоха там, и все пришли. А она-то где? Оза, я сейчас все разузнаю и сразу вернусь. Стой! Не ходи к ней, предательница! Роза, выходи! Лоска, давай скорее, ты будешь в шоке! Сейчас она будет в шоке. Ну, я ей покажу. Нелегко она мне досталась. Ну, наконец-то! А то Тимоха заладил. Сначала Роза, сначала Роза. Где она? Роза, я рад, что могу наконец тебе показать ее. Вот. Самая лучшая модель экстремальной спортивной роликовой доски. Доска? Ой, я так мечтал тебя на ней прокатить. Видишь, места для двоих хватает. Надеюсь, тебе понравится. Держись крепче. Какая быстрая. Давай, Тимоха. Йоху. Спасибо, Тимоха. Лиска, круто! В школу завтра не надо, каникулы. Но почему только в книгах мальчик ради девочки подвиги совершает, а в жизни никакой романтики? Ой, с этими контрольными не до романтики. Чуть годовую по математике не завалила. Именно эту тему я и не выучила. Вот невезуха, да? Математичка такая. Сдаем тетради. Все, думаю, двойка. А Тимоха забрался по водосточной трубе и мне дал списать. Вот это подвиг! Ради тебя! Ну, а ты? А что я? Ну, хоть спасибо-то сказала? Ну, я хотела, но когда вышла из класса, Тимохи не было, а потом забыла. Ну, ты даешь! Так иди сейчас скажи. Да ладно, завтра скажу. Поздно ведь. Спит, наверное. Ура, каникулы! Всем пока! Дружок, подожди, я с тобой. Роза, у меня репетиция, я ушла. Пока, мам. А у меня тренировка, я тоже ушел. С Тимохой в футбол играем. Ой, мне ж Тимоха нужен, а где вы будете?
на площадке около школы. Ага, я обязательно приду. Мне ему спасибо сказать надо. Бедная Люси, 158-я серия. Бедная сирота Люси нанимается на работу служанкой к породистому бизнесмену Мухтару. Так, ладно, Мухтар, Тимоха никуда не денется, а сериал-то пройдет. Однако он не знает, что Люси – дочь его босса, крупного бультерьера Шеваля. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Вот это чувство! Я никогда не забуду! Ой, мне же к Тимохе надо! Слушаю. Привет. Сонь, давай скорее, мне некогда. Ух ты! Никогда бы не подумала. Ага. А опаздываешь? Ну вообще, а я будто не опаздываю. Ну что я, голодная что ли пойду? Еще один оладушек. Где цветные облака, где красивая река? А сейчас новости футбола. Тимоха, я совсем забыла. Ну давай, брат, пока. Ну ладно. Пока. Увидимся. Пока, пока, Тимоха. А мы его проводили. Уехал. Мы тебя около школы ждали-ждали. Думали, ты придешь. Тимоха хотел попрощаться. Мы к нам домой пошли, а тебя не было. Я хотела, а он уехал. И что же теперь делать? Я его так и не поблагодарила. Просто возьми и позвони. Абонент недоступен. Недоступен. А не надо было откладывать на потом. Рос, да ладно тебе. Генка у нас гений. Он точняк что-нибудь придумает. Спасибо, Тимоха, Роза. Бал. Как красиво! Как романтично! А вдруг у меня когда-нибудь будет бал? Бал! 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 Волшебная музыка! Красивые платья! Все пропало. Роза, что у тебя пропало? Все пропало, потому что мне нечего надеть на бал. Так ты попроси маму сшить тебе бальное платье. Лиска, спасибо, ты меня спасла. Пожалуйста, обращайся. Лиза, иди сюда, у меня новая проблема. А теперь что не так? Что я с хвостиками на бал явлюсь? Ну, измени прическу, завей локоны. А вдруг мне не пойдет? И буду я там как чучело? Пойдем, я придумала. И меня с собой возьмите. Гена, есть дело. У меня тоже дела, между прочим. А у нас семейное дело. Ну что там у вас? Помнишь, ты мне на компьютере такую смешную программу показывал, где к лицу можно прически всякие переставлять? Помню. Включай компьютер, у Розы бал. Прическу ей выбегать будем. Отличная прическа. То, что надо. Геночка, спасибо. Пожалуйста. Кстати, у этой прически отличные аэродинамические свойства. Без всяких помех будешь кружиться в вальсе. Но я не умею танцевать вальс. Зря старались. Генка, то,
Леша мне умник. Эй, подождите, есть у меня одна идейка. Хо. О. Эй, вы чего? Дружок, ты можешь научить Розу вальс танцевать? Не, я вальс не умею. Вот брейк-данс – это запросто. Идите у деда спросите. Он должен помнить старинные танцы. Дружок, ты идешь с нами. Вальс – пагубный танец, и Озе нужно с кем-то тренироваться. Да, да, в молодости был первым танцором на корабле. Вальс. Видели бы вы, как я его плясал. А покажи. Хе, можно попробовать. Отдать концы. Эх, поцелуй меня, карась. Деда, а ты уверен, что это вальс? Ну, это наш такой матросский вальс. Здорово, да? Да уж, тогда зачем все это? Платье, прическа. Что-то тихо у нас сегодня. Мама, папа, спасайте! Не плачь, водичка, Рученька. Возьми платочек. Розочка, съешь конфетку. Что случилось? Мы уже полдня собиваем Возу на бал. Осталось только научить ее танцевать вальс. Вся надежда была на деда, но... Вальс? Так я могу научить. Правда? Конечно. Мадам, разрешите пригласить вас на танец. Хорошо, хорошо, милая. И раз, два, три. Раз, два, три. Роза, а когда у тебя бал? Ой, понятия не имею. Когда-нибудь непременно будет. Самое главное, чтобы я была к нему готова. Кстати, мне еще принц нужен. Поможете раздобыть? Бум-бум, шакатака. Роза, а пошли в кино? Нет, лучше так. Роза, может, в кино? Роза, а пойдем сегодня в кино? Или Роза? Вот это да! Ага, ага, минуточку. Привет, Тимоха. Дружок дома, проходи. Ага, слушай. Да ты что? Привет. Привет, Тимоха. Дружок, вот, например, у меня есть друг. И мне, то есть ему, ну, этому другу, нравится одна девочка. Она не обращает на моего друга никакого внимания. Ну вот что ему делать? Тимоха, а твой друг случайно не в кепке ходит? Ну, в кепке. А его случайно не Тимоха зовут? Передай своему другу, девчонкам нравятся крутые и модные парни. А сегодня в моде рэп. Стань крутым МС. Девчонки все твои. Йо! О? Ой, да ты что? А он что? А ты? Вот это да! Я парень крутой, модный такой. Зовут Тимоха, накачан неплохо. Девчонки за мной, бегут толпой. Я слушаю. Да. Не может быть! Йо, сестричка, как дела? А у меня как сажа бела. Я не унываю никогда. С Тимохи все как с гуся вода. Можно потише, а? Даже по телефону спокойно поговорить не могу. Йоу! Ой. Тимоха, все будет нормально. Ну, не любит она рэп. Кто ж знал-то? О, сейчас выясним, чем увлекается моя сестренка.
Тимоха! Все в твоих руках! Ты наполняешь мою жизнь, ангел мой. Я буду петь тебе вечно, будь со мной. Тимоха, ну ты красавец! Будь я Роской, не устоял бы! Ну что, порядок? Не уверен. А знаешь что? Она постоянно мексиканские сериалы смотрит. Не оторвать! Может, ей мексиканцы нравятся, а? О, сеньорита, ля мор, ля белла, бум-бум, шакатака, бум-бум, шакатака. Брависсимо! Брависсимо! Это точно сработает! А он что? А ты? Ага. Вот это да! Что? Давай. Какие мне парни нравятся? Даже не знаю. Главное, чтобы не строили из себя ничего. Нравится, чтобы парень, ну, просто был самим собой. Да. Самим собой, самим собой, самим собой. Вот тебе и бум-бум с шакатакой. А, Тимоха, привет! Роза, пойдем в кино? Пойдем, конечно.